уговорили меня пойти к вашему сумасшедшему лечеболю. Добрый вечер, королева. Вы, кажется, изволили звать меня? Нет, не то чтобы звала, но помянула в разговоре. Это очень мило с вашей стороны. Надеюсь, у вас в вашей физике теперь все благополучно. Нет, не все. Из-за ваших колец моих дочерей похитили пираты. Какая неприятность. Ну, правда, потом их спасли. Какое счастье. Но спас неизвестно кто. Я не слушаю. И в результате всего этого моя дочь обручилась. Но не с принцем, а с простым садовником. Значит, поздравлять надо не принца, а садовника. Мы не признаем это обручение действительным. Да. Да. Почему же? А потому, что, во-первых, садовник, а во-вторых, он разбойник и вор. Чтобы выбить у принцессы Авелии ее волшебное колечко, он похитил другое кольцо у принца Колдалона. И правда, принц Колдалон потерял, а ты теперь нашел. Авелия, не спорьте, взрослые понимают больше вашего. Тогда попробуйте отобрать кольцо у меня. Как опять? Молодой человек и есть садовник? Да, этот, вот полюбуйтесь на него. Полюбуюсь? Юноша бесспорно хорош собой. Ну вот и вся польза от ваших колец. Тысячи неприятностей и в результате садовник похорошел. Вот как? Алин, вы тоже недовольны моим подарком? Минуточку. Ах, доктор, я не знаю, как вас благодарить за него. Ведь никогда в жизни я не была несчастнее, чем сейчас. Вы несчастливы? Но почему же? Да потому что, доктор, до ваших колец я и не знала, какие бывают жадные, злые, дурные люди. Я люблю только Зетивера, и его они хотят у меня отнять. Нет уж, лучше умереть. Нет, Алели! Вы уж лучше забудьте меня! Я не могу и не хочу! Нет, Алели! Очень, очень трудный случай. Когда человек хорошеет, это заметно всякому. А когда человек умнеет, это заметно не всем, а только тем, кто сам умен. Вот вы, скажите, вы ее заметили в принцессе какую-нибудь перемену? Да, спорить не приходится. То, что она отвергла Болталона, доказывает ее ум. Нет уж, если что и доказывает ее ум, так это то, что она отвергла принца Тиберана. Твои! А вы, госпожа Фридж?